какая бибика! Крутая, красивая! Да? Красивая? Да! Нравится красивая. бибика? Да, ну да, дорогая, наверное, такая. Дорогая, тут смотри, какая крутая, такая большая, крутая бибика. А я хочу покататься, давай покатаемся. Ну давай, все, погнали. В смысле, куда погнали? Это что такое? Это бибика, вот, а ты про что говорила? Я за эту бибику говорила, ты чья бибика? Да это бибика, видимо, вон, Влада А4. Кстати, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк. Если вы прямо сейчас каждый поставите лайк, то у вас будет вот такая бибика в реальной жизни. И подписывайтесь на канал. Обязательно прожимайте колокольчик, чтобы ничего этого не пропустить. Да, и вопрос фигня. Короче, прикиньте, вот у нас вот во дворе стоит вот настоящий Влад А4 бумага. Прикиньте, у вас была бы такая волшебная штукенция, так скажем. Вы выходите во двор, и все, о чем вы представили, появится там. Например, любой человек, абсолютно любой. Кто бы это был, напишите в комментариях. Кого бы вы хотели, чтобы он у вас появился? Абсолютно любой, может это и мультипликационный, абсолютно любой человек и так далее. Напишите в комментариях. Может, это будет Дед Мороз, или тот человек, которого вы давно не видели, или ты же Влад А4, или Евген Бро, или я. Да. Вот, пишите, может, там, не знаю, 33 Евгена Бро, 33 Таси, короче, может, 33 Снегурочки. Не знаю, конечно, что вы будете с ними делать, но в любом случае напишите в комментариях, это реально будет интересно. Интересно, да? А зачем так много? Ну ладно. Ну ладно, так, в общем-то. Разберутся сами. Да, короче, слушайте, Влад, а как получить, короче, ламбу? Это ламба, а это гелик, Влад бумага, это деньги. О, нифига, да? Ничего, если читаю, это крепче, но нормально. Как получить-то эту ламбу? Надо пройти челленджи. О, надо челленджи пройти. Короче, я думаю, надо... Людочка, как, короче, что вообще тут происходит? Людочка, что за челленджи? Объясни мне, пожалуйста. Так, ломойщики, уберите отсюда этих клоунов, которые все утро горланят. Глент, Кобяков, Влад бумага. Я уже не могу... Привезли тут свои колонки и машину, на которую Людке 100 лет копить. А тоже хочу бибику такую. А я ведь почему раньше злая была? Потому что у меня бибики такой не было. Хламочки, подарите такую бибику, я сразу добреть начну. О, не-не-не, Людочка, такая бибика будет наша. Так, ну что, погнали челленджи проходить? Да, погнали. Слушай, нормально только такая это самое. Хочешь бибику такую? Зачем мне такая бибика-то? Не знаю. Кстати, а кому он достанется? Тот-то победит. О, тот-то победит. Ну все, то все, у нас, короче, батл. Так побежу я, побежу. Нет, так, вот все, я взял машинку. Так, у нас первый, значит, челлендж, это, короче, прокатись на машинке и не упади. Так, погоди. А, ты тут стоишь, да? Да, я поставил машинку. О, бибик. Сейчас я... О, так. А теперь, короче, надо ее активировать. Гоночки начинаются, так, ну все, погнали тут аккуратненько. Оп. Ты что такой, быстрый? А все, потому что ламба будет моя. Это ламба, а это гелик. Евген Бро, бумага, это деньги. Оп. Ламба будет Таси. Это факт. Не-не, у Таси не будет нифига. Все, я, короче, гоню. А где ты? Я сгорела. Где ты? Че, ты все? Меня... Ты в лаве сгорела? Я сгорела в лаве, да. А, ну все тогда, вот. Смотришь этот, короче, этот езжа рядышком? Да, я вижу, ты рядом тут. Так, а я теперь сгорела, мне теперь что делать? А, вот все, можете за мной понаблюдать, как я прохожу, короче. Блин. Ой, ну ладно, ладно. Я сейчас, так, короче, круг проеду и все, вот я еду. А куда надо было доехать вообще? Надо было... Ой, блин, я застрял. А чё? Оп. А чё а я? А всё? Вот, я всё прошла, моя машинка там уже где-то даже заехала, куда даже за морские края. Давайте мне мою ламбу. Нет, всё, я сейчас еду вот так вот по кругу. Надо было, короче, вокруг стройки вот так объехать и приехать. Ее, я прошел, все, я колол ламбы. Так я уже все, я впервые. Счет 1, короче, 0. У тебя машинка сгорела, значит, все не считается. А откуда ты знаешь, что она сгорела? Не сгорела. Ну, давай, давай, приди сюда свою машинку, давай, где она? Она на парковке уже отдыхает, между прочим. Где на парковке? Тут нет, ты, короче, все, Тасечка, ты, короче, первый раунд проиграла. Я ее уже на полку положила, я ей ничего не знаю. Так, все, давайте, кто победил? Евген Бро. О, видишь, Евген Бро говорит. Слушай, он сказал Тася. Я вам сказал Тася. А он сказал Евген Бро. Короче, все, второй челлендж. Сбежать из тюрячки надо, вот, все. Перемещаемся. О, мы появились в картонной тюрьме, смотри. Да я вижу, что это все с картонки. Это же надо по этой самой.
Так, надо, короче, отсюда выбираться. Есть идеи, как отсюда выбраться? Смотри, вот эти блоки, они отличаются от всех, надо их навалить. Давай, скажем так, они максимально что-то влажные. Так, аккуратненько тогда выкапываем. Так, ну-ка. А это получается, каждый сам за себя должен быть, правильно? Нет, здесь мы уже, короче, вместе. Но у каждого есть по 3 жизни. Нам надо пропаркурить и не упасть. Оп! О, я боюсь высоты! А все, короче, так. О, все! Короче, минус Стасичка, здравствуйте. Это я не из-за испуга. Все, осталось, короче, 2 жизни. Опа! Опа! Так, оп, так. Проходим, короче, картонный. Смотрите, Тася, короче, проходит. Так, где мой бумеранг? Так, достаем бумеранг. Какой бумеранг? Ну, тихо, не читери, не надо вот тут мне мешать. Это самое, что ты тут делаешь? Опа, смотрите, вообще мимо Стаси прям пролетело. Так, оп. А, прошла! А это еще не все. Дальше, короче, паркурчик. Оп, оп. Ты чё, проходишь, что ли? Так, надо, короче, что-то как-то сделать так, чтобы Тася накернулась, короче. Кого сделать? А сейчас ты накернёшься. Опа. О, ек! Уже, короче, одна жизнь остается. Я пройду. Я все получится. Ай, блин, теперь я, короче, упал. А, да? Серьезно? Да, теперь у меня, короче, 2 жизни, у тебя одна. Так, сейчас, короче, так. Оп. Где ты там телепортируешь? А, вот и где. Да, я телепортировался. В смысле? Так это же все был конец, правильно? Ну ладно, да. Мы, короче, оба прошли счет 1-1. Так, все, пойдем, короче. Слушай, нифига мы, да, прошли? Ой, ты что, у меня колени так дрожат, уже не могу. Нормально. Так, короче, мы смогли, короче, пройти еще одни челленджи. Что теперь дальше? Живые хоть. Эй, Гейлейн, Кобяков, Влад Бумага и Глен. Надо напевать, походу, дело. Давай. Эй, Гейлейн, Кобяков, Влад Бумага. Эй, Гейлейн, Кобяков, Влад Бумага. Опять, что ли? А зачем? Эй, глаг-лог или шо? Без этого гимна никак не обойтись. О, следующий день челлендж. Так, Пол это лава, он говорит. Опять мои колени будут дрожать. Да, все, Пол это лава. И что он говорит? Он говорит, что Маша. А? Так, ладно, все, начинаем проходить, короче. Что он сказал тебе такое? Он что-то сказал, типа, Маша, что там? Пол это лава, а Маша... Он, короче, ладно, непонятно, что он говорит, ладно, погнали, короче. Лаваш? Какой лаваш? Не знаю. Лаве лаваш надо найти? Ого, у нас, короче, следующий челлендж. Эй, я не хочу! А как это жарко! Тут очень жарко, короче. Все, Пол это лава, короче, нам надо все это пройти. Так, ну что, давай, ты первая? Что я первая? Давай ты первый. А что я-то первый? Ну смотри, я сейчас просто... Я, короче, мастер паркура, смотри, оба, пам! Пам-пам-пам! На холодильник пам-пам-пам. Ну что, ты сможешь? О, ну ты, конечно, этот самый. А что произошло? Я как это произошло? А, этот стол загорелся. Так, все, я его потушил. Как он? Что это такое? А все, надо, короче, так, и я сейчас надо в ванночку запрыгнуть. Опа! О, я в ванночку запрыгнул. Повезло тебе, нормально так. Давай, сможешь, короче. О! Перелетела! Чисто Тася, короче, пятка на холодильнике подскользнулась, короче. Так, я здесь ставлю спаун-поинт. А че ты читеришь? Я что-то не понял. А как мне выживать? Как, что мне делать? О, я вкрытие прохожу. Что происходит? Я не могу тут сюда выбраться. А, теперь могу. О, я тут с кресла, короче. Что происходит? А все, тебе надо вот из ванны резко, короче, припрыгнуть на вот эту тумбочку. А как есть у меня еще этот эффект, когда я говорю, не закончился? А, вот так вот, значит? А, я еще до сих пор говорю, между прочим, я в ванне, все равно говорю, как это работает, у меня не работает ничего. А, как это работает, у меня не работает. Все, давай, короче, оп, все, нормально. Здравствуйте. Вон тебе надо на антенке, на телевизоре запрыгнуть. Давай, ну-ка, оба. Мимо, короче. Сколько можно? Теперь вон на унитаз, давай на унитаз он туда. У меня еще этот эффект, я не могу, сейчас подохну. Все, минус Тася, короче. Чисто минус Тася. Так, давай, тут спаунпоинт ставь, короче. Ой, так погоди. Сейчас пропишу. Давай. И у нас, короче, будет
честное прохождение. Капец, вот Тася уже сколько раз, короче, накернулась. Так, сейчас вот так, вот так, оп, на телевизор, оп. Что-то не получает. Ой, видишь, ты тоже там у тебя. А я, короче, горишь. Нормально. О, оп. Ой, ну как ты, я так горю, а? А можно не гореть? Какого? Нельзя, как, короче. Почему оп. Я горю? Да почему я горю? Так, здесь, короче, смотри, распрыжка. О, здесь... Я не могу перепрыгивать, когда я горю. Ну все, значит, надо не гореть. Итак, друзья, смотрите, сейчас будет опасный номер. Вот так. Вот так. Смотри на меня, смотришь? Я уже тебя не вижу, где ты есть? А, вот, вижу. О, все, я прошел, короче. Давай, Тася. Что ты сделал? Ты что? А я читер, короче. Да ладно. А, как я это сделала? Короче. Давай. Я просто когда горю, я дергаюсь. Да, да, да. Неправильно прыгает. Неправильно прыгает. Так, вот здесь можешь спаунпоинт поставить. Вот, ставь. О, я прыгаю теперь. А, главное не сгореть. Спаунпоинт ставь. Я не успеваю. О, я успеваю. Сейчас. О, успела или нет? Нет, не успела. Нет, не успела. Нет, не успела. Так, я, короче, я этот пока попрыгаю, короче. О, нормально. Ну, ты пока прыгай, я тут попытаюсь. Ай, что делать? Чисто вообще у Таси не получается. Смотрите, опа, смотрите, как я умею, опа. Смотри, оп. Хоба! Я потом покажу. Хоп. Ай, ладно, блин! Ладно, я прыгать через лаву не это самое, не умею. Но! Смотри, я тебе сейчас покажу, как надо. Вот так, вот так. И, ой, не, блин. Ну, гореть не надо! Это так всегда происходит, когда посмотри, как умею я потом. Смотри, смотри, изи, вот так вот, раз. Изи сгореть. Не-не-не, сейчас смотри, оба, все, здесь, короче, спаунпоинт ставлю. Ой, мне тоже надо поставить. Давай, ставь, короче. Поставила? Ой, я кажется, тут все. Все, я здесь поставила. И теперь, короче, тебе надо вот на вот этой прыгать. Ой, блин. А че мне не прыгается теперь? Давай, на месте подпрыгай, и потом... Почти, короче. Да куда? Смотри, смотришь? Я подрядилась в лаве. Что? Смотри. С этой штучки надо вот на вот это, потом вот... Ай! Блин, это сложно! Ты меня, короче, сбила, я теперь это не могу. Оп. Никого я не сбила, я возрождаюсь в лаве. Я уже возрождаюсь прям в лаве. Это что? Это как? А все? А вот так. А все? Оп. Короче, я сейчас... Опять я возрождаюсь в этой лаве! Так, можешь ко мне, короче, телепортироваться. Да, если телепортируйся. Челлендж мы типа прошли. Есть, это сделаю. Ну, Тася не прошла, пройду. Поэтому мне будет ламба, все ламба. Я сейчас пройду. Ты сможешь пройти, давай. Да, я сейчас смогу пройти. А ты читеришь, ты на творчески перешла. Ничего не читерю. Я читеришь. Так, ну что, чья ламба? Кто быстрее до ламбы добежит, того и ламба. О, ламба моя. А так нечестно, такого не было. Влад, все, давай, Влада 4, а такого не было. Что, куда мне садиться? Такого не было. Давай, просто садись рядом, короче, направо. О, смотри. Мы, короче, на ламбе. Смотри. Блин. Ты врезался, все, ты не умеешь ездить. Вот если прыгать ты умеешь, то ездить ты не умеешь. Все, смотри. Дай мне за руль. Так, дай мне за руль. Не, она только застряла, сейчас я ее вытащу. Так, 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 оп. Ну да, из-за этой ламбы надо все рушить, крушить вот это, да, это правильно, конечно. Дай я за руль сяду, нет, я за руль сажусь. Оп, все, кто? В смысле нет? Все, давай, рядышком садись, оп. А почему ты за рулем? Я хочу за руль сесть. О, все, погнали, сейчас, короче, по очереди будем. Все, я, короче, разгоняюсь, короче. Я стартую как ракета, короче. О, да давай. Так. Короче, это быстрее. Так, сейчас я, короче, проверю. Так, слушай, надо, короче, походу вот сюда поворачивать или вот или вон туда, что-то не могу понять. Куда нам разворачивать? Так, а где здесь? Так, это что за кнопка? Так, а это что за кнопка? Ого, это турборежим, смотри, как мы полетели. Ууу, классно! Тут теперь написано, подожди, написано, что тормоза отключены. Так, а как отключить? Тася? В смысле тормоза отключены? Ты же здесь шутишь или что? К вам тормоза отключены. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, обязательно прожимайте колокольчик. Так, ой, тут и стена. Осторожно, Тася. О, мы врезались.
Короче, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.